100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Telegram по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. 46 тысяч рублей баланс на форс-дропе. Ну что, ребята, давайте сделаем грязюку, попробуем окупиться и сделать 100к. Я понимаю, что это будет максимально тяжело, но сегодня очень уникальный ролик. Потому что сегодня я решил проверить фарм ножа. Это тот момент, когда ты просто будешь заливать мани и проверять, какой кейс из них окупает лучше. И вообще, возможно ли окупиться с фарма ножа. Поэтому давайте начнем. Откроем ровно на 5000 рублей. Посмотрите, какие ножи здесь могут выпасть. Просто, вот знаешь, почему я сказал посмотрите? Потому что я сейчас подниму барабанку вверх. И ни одного ножа не будет. Но черт возьми, я хочу 50 тысяч рублей проверить все эти кейсы. Ролик будет абсолютно обалденным и очень крутым, насыщенным, полным. Поэтому обязательно, пацаны, поставьте лайкосик. Ну, либо он будет полным от меня и насыщенным, а по ножам он не будет вообще никакой. 4400, а мы открыли на 4900. То есть даже при условии того, что нам не выпал ни один нож, фарм дешевого ножа нас окупил, что? Давай еще один раз будем ждать, пока выпадет нож. А ты, пожалуйста, просто поставь лайкосик, поддержи меня, мне будет пипец как приятно. И, конечно, пацаны, не забывайте, сейчас я кое-что вам расскажу, поэтому, ну, пока еще рано, потому что крутится, ну, сейчас поймете. Я не думаю, что мне выпадет нож, я прям уверен, что он не выпадет. Мне кажется, что нож падает с этого и с этого. С первого редко. Обязательно, пацаны, если будете играть, используйте промокод 40SOLOMA. Самый рабочий и самый окупаемый промокод. Любая сумма умножается ровно на 40%. Например, 1000 рублей это 1400. 10 тысяч рублей это 4000 рублей бонусом совершенно бесплатно. Самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. Поэтому обязательно используйте его, если будете. Поставьте лайк, и он вас точно окупит. Поехали! Фармно... Ну... Так, подождите, промокод в принципе окупает, не нужно ставить лайк для того, чтобы он тебя окупил, просто поставь лайк, потому что мне будет пипец как приятно. Поехали, откроем еще один кейс. Вот давай каждый кейс проверим на 2 раза. Посмотрим, сколько ножей вообще в принципе он может выдать, потому что у меня такое ощущение, что он сейчас просто заскамит. Первый пошла! Да, это фальшин, но это нож, это нож. Сколько выпало? Подожди. 19 тысяч. 19 тысяч. Так, хорошо. Попробовать еще. А мы открыли на 10. Ни хрена себе. С 10 тысяч выдало 20. Я же говорил. Вот у меня четкое ощущение было, что первый кейс нас не окупит. Не знаю почему. Вот просто вот. Вот почему-то я был уверен в этом. Но второй и вот этот уже хорошо. Так, господа. Давайте сейчас вместе с вами... Дождемся еще одного ножа. Блин, зачем я с таким энтузиастом открывал этот кейс, чтобы он что, чтобы он мне просто скамнул? Ну и скрань, господня вонючая. А сколько сейчас выдал? 6700. Ну прикольно, на самом деле ты не сильно много теряешь, потому что даже когда ты открываешь на десятку, выдает 7, это минус 3000. Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. По факту. Но если он выдает ножик, ты в плюсе. То есть мы сейчас открыли, первое открытие было за 20, второе открытие было за 7. То есть, по сути, мы в плюсе на 5000 рублей. Это уже хорошо. Поэтому поехали фарм топ ножа. Но вот здесь уже тяжело. Вот если сейчас нас не окупает, здесь, во-первых, падает, ну, просто обалденнейший спектр ножей. То есть, каждый из этих ножей это просто какой-то уникум. Но если, допустим, чисто в теории, допустим, он нас сейчас сольет... Блин, я даже не хочу думать об этом. Можно, пожалуйста, чтобы это никогда не сливалось, никогда не случалось со мной? Просто я хочу постоянно окупаться. Вот просто поставь лайк, если ты постоянно заходишь на сайт в надежде просто окупиться. Мы с тобой похожи. Так, полетели. Открыли ровно на 1 раз, нам ничего не выпало от слова совсем. Давай пробуем сразу еще. Блин, я даже не посмотрел, сколько мне выпало почему-то. Ну ладно, давай не будем заморачиваться. Скажем, что у нас было 45 тысяч рублей. Сейчас у нас есть нож. То есть, по сути, мы даже еще не слили то, что у нас было. А мы, извините меня, даже сейчас не начали открывать самый дорогой кейс. А это фарм бабочки. А фарм бабочки, вот я честно вам скажу, положа руку на сердце, это самый окупаемый кейс. Сколько это все стоит? 10 тысяч рублей. Маленько подслили, ничего страшного. Смотри, если сейчас... Ну давай, я открою и буду говорить. Если сейчас нам выпадает одна из этих бабочек, это стоит минимум 50 тысяч рублей. Минимальную бабочку, которую я выбил отсюда, она стоила 50 тысяч рублей. Максимальная бабочка, которая мне падала, она стоила 85. А, нет, да, по-моему, я легенду выбивал максимально большую бабочку. Поэтому поехали. Пожалуйста. Форс дроп. Но у меня будет еще на пару раз.
Но если сейчас будет бабочка, это просто автовывод сразу. Блин, наверное, я сейчас погорячился, и мне не нужно было залетать вот именно в этот кейс почему-то. Но если уже начал, давайте доделаем до конца. На 17, на 16, на 5. На 4. Докрутим до конца и посмотрим. Потому что сейчас, в принципе, мой баланс движется к нулю. И, в принципе, его может спасти только бабочка. Иначе мы все проиграем. А, ну нужно понимать, что мы начали... Я не закидывал 50 тысяч. 50 тысяч мы подняли с прошлого ролика с 10. То есть даже если мы сейчас сольем, я не сливаю 50, я сливаю 5. Ну, это важно. Почему? Потому что если бы я закинул 50 тысяч рублей, возможно, сейчас бы 3 бабочки уже было, потому что он бы рассчитывал именно от моего депозита. А так, пацаны, просто тотальный слив. В погоне за бабочкой часть первая. Ничего. Теперь я предлагаю закинуть 50 и посмотреть, насколько далеко мы пойдем. Обязательно поставьте лайкосик. Если будете играть, используйте промокод 40солома. Любая сумма умножается на 40%. Закину пятнашку, проверю еще раз этот сайт.